Седьмой смотр конкурса «Лучший по профессии» РН Ремонт НПО объявляю открытым! В четверг в Цикамске собрались лучшие сотрудники из всех филиалов РН Ремонт МПО. Им предстояло побороться за звание лучших по профессии. РН Ремонт МПО – крупная нефтесервисная компания Роснефти. РН Ремонт МПО было переформировано из Самара Реммашсервис в РН Ремонт МПО ровно 7 лет назад, 23 июня. Я подписал приказ о переименовании Самара Реммашсервис в РН Ремонт МПО. На тот момент на предприятии было 345 человек. За эти 7 лет предприятие дошло до 7 тысяч человек, поэтому есть куда еще расти. На самом деле сегодня у нас есть серьезные перспективные проекты и инновационные проекты. Сегодня на базе уфимского филиала, тут, где мы находимся с вами, создана самая мощная конструкторско-технологическая служба, которая занимается разработкой своих наших собственных проектов и которые мы внедряем уже для компании «Роснефть». Конкурс «Лучший по профессии» – это идея компании, проводится он уже 7-й раз. По результатам конкурса будут определены лучшие по профессиям электрогазосварщик, токарь и слесарь по ремонту технологических установок. Каждый участник уже стал победителем конкурса в своем филиале. Подобные мероприятия – не только способ выявить и наградить лучших, но и в целом повысить качество труда. Каждый раз прислушиваемся советов от конкурсантов, слышим их предложения по улучшению, по качеству, по изменению заданий, по сложности заданий. Ну и тем самым повышаем качество и повышаем квалификацию наших сотрудников. Сегодня в Нефтекамске собрались как новые участники, так и многократные призеры конкурса. Электрогазосварщик Виталий Султанов участвует уже в 4-й раз. Он не раз становился лучшим в своей профессии и вновь решил побороться за высокое звание. Его профессии, как и в любой другой, есть набор необходимых качеств. Выносливость, какие-то знания определенные, то есть по профессии, именно по технологии, по охране труда. Тоже очень важно по охране труда. Ну и, в принципе, наверное, хорошее зрение тоже как-то влияет. Координация. Ну и желание. Как бы любовь, наверное, к профессии. Участникам предстоят теоретические и практические задания. Победители будут награждены денежными призами, памятными подарками и, конечно же, важным бесценным призом – званием лучшего в своей профессии. Полина Сюткин, Эдуард Новиков, информационная программа «Ежедневник».